Приветствую всех зрителей нашего канала, с вами Олеся Архибис, и у нас с вами распаковка посылок от 4 поставщиков. Это Butterfly, Астрочка, Сяева БСР и Верена. Полюбуемся красотой с вами. Как видите, посылочки небольшие, пока что после новогодних праздников начинаем входить в русло и делать потихонечку уже закупки. Кстати, ждем еще посылки от Телартис, еще от кого-то, от ВДВ едет крупная посылка, там была акционная закупка, очень довольно-таки выгодные были скидки, поэтому много девочек воспользовалось, конечно же, возможностью. Так, сейчас я распакую посылки, возможно, что-то не попадет у нас в видео, так как бывает такое, что нужно что-то срочно отправить, да, и быстренько упаковываем уже в посылочку. Ну и как обычно в подарок к вашим заказам вот такие вот мини-палитры чешского бисера Пресиоза. И вот у нас новенькая, видите, фиолетовая. Многие уже оценили в группе, девочки писали, что ждали фиолетовый, именно фиолетовых оттенков. Напоминаю, мы их дарим в подарок заказам. Итак, поехали. Первая у нас посылочка — это Сяева БСР. Вот, новогодние, да, такая новогодняя тематика, хоть Новый год у нас прошел, ну и вместе с тем новогоднюю тематику сейчас, наверное, очень актуально вышивать, потому что за окном снег наконец-то выпал, но у нас в Киеве, во всяком случае, вчера начало вечером снежить. Я как раз у себя на страничке в Фейсбуке выкладывала видео, как у меня дети с мужем катаются на велосипеде зимой. Выкладывала, ну и пост, в общем-то, звучал так, что забыли уже, мол, что такое санки, да. А на следующий день пошел снег. Вот. Сегодня уже пойдем на санках кататься. Так что пришла наконец-то к нам зима. В прошлом году Киев был без снега. Весь год. Ну, не знаю, как в других городах. Давайте всю эту зимнюю тематику пройдемся, посмотрим. Вот у нас еще веночек такой новогодний. Венков очень много повыходило в этом году. От Телартис веночки зимние, потом от Бисер Арт, от Верены. От Верены и Бисер Арт как на ткани заготовки, так и деревянные заготовочки были у нас. Так, что здесь дальше? Начинаем готовиться мы к Пасхе с вами. Пасхальные рушники. Мне вообще очень нравятся рушнички от Бисер... Ой, не Бисер Арт, а Сяева БСР. Очень хорошие. Видите, какая хорошая проработка. Все четко видно. Цвета все хорошо разделены. Здесь у нас в данном рушничке 20 цветов. Вот, идем дальше. Значит, это гороскоп. Но вообще у Сяева есть и в А5 формате много разных видов гороскопов. И в А4 разные. Так, дальше у нас идет. Дальше Новый год. Дед Мороз. Ну, по-моему, у них на сайте называется эта схема как Миколай, кажется, если я не ошибаюсь. Святый Миколай. Не Дед Мороз. Ну, а здесь у нас Дед Мороз со Снегурочкой, да? Так, дальше. Это ловец снов, я так понимаю, с бабочками. Давайте поближе мы посмотрим проработку с вами. Вот такие милые у нас котенок. Хотела сказать котятки. А четвертый формат. Часы. Работку поближе посмотрим. Вот девушки, это у нас времена года, очень такие популярные эти схемы. Значит, это у нас лето, зима, и дальше должны быть осень и весна, вообще-то должна быть где-то, я ее затеряла, что ли. Так странно, а почему? А я же не все выложила, девочки, сейчас выложу. И вот это у нас весна. Так, дальше идем. Это повторы. Он и она называется. Давайте поближе посмотрим. Читаемость. Ну и
в общем-то, ключ вот так выглядит. Дальше Мадонна в серебре. Очень, конечно, популярный этот сюжет. Просто мега популярный. Сейчас уже меньше начали заказывать, а раньше очень-очень сильно. Тоже новогодняя тематика. Такой уют домашний, да, я бы сказала, теплый. Так, дальше. И вот такая вот парочка еще у нас. Смотрите, получается, вышивается вот этот орнамент, рисунок. И одежда вышивается. Тело влюбленных не вышивается. Частичная зашивка. А второго формата полная зашивка. Это у нас такой домик с мельницей. Давайте поближе сейчас посмотрим проработку с вами. Пленка бликует, но ничего, к сожалению, с этим сделать не могу. Потом дальше у нас со второго формата вот такой новогодний сюжет. Очень милый, да? Значит, смотрите, не зашивается вот здесь вот получается в окошке Дед Мороз с оленем, да, на заднем плане. Ну, а тут, кстати, механизм, вот циферблат, точнее, часов не зашивается. Ну, а в общем-то, мишка, кресло, как видите, весь передний фон, елочка, пол, игрушки, подарки, камин, это все у нас зашивается. Давайте еще раз издалека. А второй формат, не все влазит в камеру. Дальше тоже новогодняя тема. Здесь у нас частичная зашивка, фон вдалеке не вышивается, домики вдалеке тоже не вышиваются, люди. Ну а здесь вот получается весь передний план, елочки, домики зашиваются. Сюда подойдем поближе, посмотрим проработку. Видите, здесь частично зашивается, то есть крыша со снегом зашивается, сам домик нет. Но будет довольно таки интересно смотреться, да, объемная такая вышивка будет. Так, дальше у нас здесь с вами баттерфляй и острочка. Так, это у нас еще старая цена, видите. Я вложила сразу, упаковала, а потом вспомнила, что это же нам надо еще показать вам. Так, баттерфляй и острочка. Кстати, они у нас являются спонсорами нашего СПФ в бисерном плену. И Верена тоже. Верена, дальше мы с вами будем смотреть. Вот это у нас брошки от острочки, точнее наборы брошек. И у нас есть на канале видео уже с готовыми брошечками. Вот здесь на превьюшке, видите, фото есть. Так. И есть еще у нас на канале видео. Я вам оставлю ссылочку. Кому интересно, перейдите, посмотрите. Там бабочки, еще что-то там, я уже не помню. Так, дальше баттерфляй. Значит, один наборчик вот такой приехал. Мать и дитя, да, по-моему, называется. Вот в окошке, смотрите, выглядывает сама ткань. Ткань атлас. Атлас такой матовый, не сильно пестрый. В набор входит... Получается сама ткань, бисер, игла, ну и инструкция. И вот на превьюшке отшитая работа. 35 на 26 сантиметров. Дальше давайте игрушечки с вами посмотрим. Точнее наборы игрушек. Что у нас в набор входит? Это сам фетр. То есть материал это фетр. Да? А потом дальше здесь у нас... бисер, игла и шнурочек, синтепон еще. Кстати, у нас Лада Хорошавина вот-вот недавно выкладывала уже готовые игрушечки от Баттерфляй. Я вам здесь фото поставлю тоже. У нас, в общем-то, не только Лада их любит делать, еще вот Татьяна Токарева очень часто выкладывает. Ну, любит, скажем так, именно Баттерфляй наборчики брать. Вот, так что... Здесь постараюсь вам оставить фото. И вот у нас еще колокольчик. Так, и несколько схемок от острочки. Сейчас посмотрим, а потом по графику закупок еще пройдемся. Час пик называется, вышивается машина. Это у нас шов назад, игла, как видите. И вот здесь вот линии домов. То есть не полная зашивка, не все подряд вышивается, а именно линии. За счет чего у нас получается такая интересная объемность. Да? Потом вот такая аристократка.
многим она полюбилась. Сейчас как-то перестали уже ее заказывать. Одно время очень-очень активно прикупали. И вот такая вот еще схема. Называется «Парижский дождик». Тут тоже зашивки совсем немного. Шов назад, игла, это зонтик. И, как видите, линии вышиваются. Пробежимся сначала по графику закупок на следующей неделе, ну а дальше будем уже посылку от Верены смотреть. И, кстати, по Верене у нас планируется ближайшая закупка на 19 января, будет акционная. Скидка 10% распространяется на сами схемы от Верены. Кстати, под видео я вам оставлю ссылки на прямые ссылки на альбомы в нашей группе. Переходите, уже смотрите. Ну и, кстати, если вы не являетесь участником группы, то вам сначала нужно отправить запрос, ответить там на несколько вопросов и отправить запрос в группу. Но уже модератор потом вас добавит. Так, на 20 января мы планируем магию канвы, золотую подкову, мосмара, барвистая вышиванка, дана, мика, ами, леди, колярова и аккордс. И, девочки, еще информация по поводу наборов по чистой канве от Бисерок Шоп, Валентинка Бисеринка, она же, да. Посылка уже выехала из Москвы вчера. Туда же, кстати, вложили мы и Эдельвейс Тюменский. Девочки, кто заказывал, посылка уже выехала, так что ожидаем. Ну, а как только я получу, естественно, выложу на канале. И ссылочку на Валентину, на ее канал, на ее группу вы сможете увидеть также в описании под видео. Отправляем мы по всему миру, так что не стесняйтесь, делайте заказы. Милости прошу в группу. И смотрим дальше по распаковку от Верены. И небольшая посылочка от Верены приехала, в которой лежали вот такие вот приятности. Смотрите, это новинки, видите, написано новинка, которые идут нам на подарок, на розыгрыш между участниками нашей группы в Фейсбуке. Ссылка будет в описании, как я уже говорила, на нашу группу. Сейчас я сфотографирую и выложу в альбомчик, там, где у нас проходят розыгрыши. Все желающие могут принять участие. Розыгрыш пройдет 20 января. Это и дальше пробежимся по игрушкам, которые заказали у нас. Смотрите, игрушечки пошитые, но они не полностью сшитые швы. Оставили специальное место, чтобы наполнителем потом заполнить. И наполнитель идет в комплекте. Также, как видите, декоративная веревочка есть, чтобы потом подвесить. Ну, а вы уже по желанию можете сначала, допустим, наполнителем заполнить, вышить, или вышить потом наполнителем заполнить. Это уже как вы решите. Ну, и опять же, еще раз вам напомню, что по Верене у нас сейчас акция действует. 10% скидка действует на схемы. Вот, так что переходите, смотрите, заказывайте сами схемы. Ну, вы можете не только схемы заказывать, да, но скидка действует на схемы. Так, это у нас именные иконки. Здесь, смотрите, видите, монастырский шов, да, используется, а здесь уже шов назад, игла и монастырский. То есть, получается комбинированная техника. Что здесь дальше, я уже это разворачивать не буду. Подставка под Пасху, да, ну и приехали часовые механизмы. Вот такие вот. Все, девочки, большое вам спасибо за просмотр. На этом, в общем-то, все. Переходите по конечным заставкам, смотрите следующие видео интересные. В описании, как я уже говорила, ссылочка на группу. Ну и до новых встреч!